Цена нефти на мировых рынках сегодня опустилась до 7-летнего минимума. Стоимость барреля марки Brent упала ниже 37 долларов. Последний раз подобное происходило в декабре 2008-го. Негативное воздействие на показатель, считают эксперты, по-прежнему оказывает решение ОПЕК сохранить добычу на нынешнем уровне, а также ожидание рынка от возможного повышения учетной ставки ФРС США. Это может произойти уже в ближайшую среду. На этом фоне дешевеет рубль. Так, официальный курс доллара на завтра вырос до 70 рублей 22 копеек. То есть плюс рубль и 5 копеек. Евро достиг отметки в 76,97.